Проведем тесты, что лучше, спички или огнево. Погнали. Наше огнево, спички. Давайте попробуем зажечь. Берем, ребята, для начала спички. Подготовил две таких кормушечки, поджигаем. Так, теперь берем огнево. Зажигаем. Пожалуйста, ребят, вот наглядный пример, что огнево намного лучше. Но лучше иметь и то, и другое, еще и зажигалку. Тем, кому нравятся такие, ребят, видео, подписываемся, ставим лайки. Всем добра!